Я предвкушаю этот вкус. Сегодня мы готовили роллы из веганского лосося со вкусом сломанного зуба. Я предвкушаю этот вкус. Вкусно, пап. Дело не во вкусе, Костя. Сейчас пойду зубы проверю, что там попало. Заебись. Короче, где-то был какой-то камень. Я тщательно осмотрел всю тарелку и нашел тот камушек, который сломал мне зуб. Вот. Он был из веганского лосося. Откололся зуб. Он самый передний, нижний резец. Так, по горячим следам. Вот это рис, он весь белый. Мы его промывали. С огурцом все понятно, с кусками сейтана также. И вот в этой рыбе, если ее сейчас пальцем тыкать, там видны просто крупицы, как будто там песок. И какие-то из них ногтем можно раздавить, а какие-то из них, ну они мелкие, прям реально мелкие. А вот этот камень сломал мне зуб, и он реально большой. Не готовьте роллы из веганского лосося.